Привет, ты же не забыл, что сегодня за день? Тут и обновление для Destiny вышло, и обновление для Division, и сам Dark Souls 3. Судя по рецензиям нашего автора, игра определенно удалась. Сергей говорит, что это прям вот продолжение первой части. Есть в этом плюсы, есть в этом минусы, поэтому игра получает 9 баллов. Ссылка на статью в верхнем правом углу. Да и вообще, любителям игры есть что почитать на нашем сайте, смелее переходи. Например, про решение проблем с игрой. Хотя, если у проблемы есть решение, то не такая уж и ты проблема. В общем, если у вас игра вылетает на первом костре, проседают кадры, не определяется геймпад от PlayStation или игра вылетает с ошибкой DLL, то почитайте. Тут это долго пересказывать. Еще сегодня вышла Ratchet & Clank. Но только не в России. Нам остается ждать 20 апреля. А ждать, видимо, стоит, потому что все западные рецензенты оценивают игру не ниже 80 баллов из 100, что не может не радовать фанатов серии. Да и в принципе всех, кому не хватает красочных и добрых игр. Хотя тут ходят слухи, что скоро на PlayStation 4 может выйти еще более яркая и совсем сумасшедшая игра. Bandai Namco зарегистрировала в Европе торговую марку Amazing Katamari Damacy. Предположительно, это будет переиздание игры, которую вы сейчас видите на экране. Честно говоря, монтировать этот выпуск было очень трудно, потому что я залип в этот процесс очень сильно. Так, вернемся в Division. Оказывается, большинство игроков проводят в ней время в одиночку. Не сильно перевешивающее большинство, но 57% точно. И это несмотря на кооперативную ориентированность игры. Друзья, как вы будете так новое суперсложное задание проходить? С рандомами? Ну нет, так не пойдет. Рассчитайся по четверо. Вот, так и ходите теперь, ведь столько игр хотят, чтобы мы подружились. Против тех уродов, которые вчера убили нас в ДЗ. Или против разработчиков Rust, как это делают фанаты игры. Rust — это такой мультиплеерный симулятор выживания, и одна из самых ярких возможностей игры — это невозможность изменить свою внешность. Облик персонажа генерируется один раз по вашему Steam ID, вплоть до размеров члена, о чем мы с Максимом говорили и в подкасте не занесли еще 20 выпусков назад. Так вот, теперь в игре еще и пол выбирается рандомно. А если старый фанат игры долго не заходил в нее, то его может ждать сюрприз. Разработчики пообещали полное равноправие на 10 девочек, 10 ребят, так что если вы давно не играли в раз, то хотя бы посмотрите, мальчик у вас или девочка. А напоследок ловите трейлер новых черепашек-ниндзя. Да, тех, которые накачанные без носов. Может, вы и не хотели это видеть, но вас никто не спросил. Прям как с полом в Rust. А с вами был Павел Пивоваров. До встречи завтра в 20.00 на том же самом сайте. Друзья, этот милый котеночек очень грустит, когда вы не делаете репосты наших видео и не подписываетесь. Нажмите на котеночка, чтобы подписаться на наш канал. Всем мур-мур, пацаны.